Для процедуры понадобится широкий бинт и стерильная марлевая салфетка. Перед проведением процедуры положить марлевую салфетку на пораженную область. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта в правую. Сделать два закрепляющих тура вокруг туловища на уровне подмышек, до здорового плечевого сустава. Потом из его подмышечной области через грудную клетку спереди доходим до противоположного сочленения. После, обогнув поверхность плечевого сустава, бинт выводится на спину. Следующим этапом бинт снова протягивается через подмышечную впадину здорового плеча. Каждый последующий тур на 2/3 закрывает предыдущий. Повторять ходы бинта, пока не закроется вся пораженная поверхность. Процедуры стерильным бинтом закреплять повязку следует на поверхности с наименьшей площадью. В данном случае закрепление осуществляется на плечевом суставе. Нисходящая колосовидная повязка накладывается при гнойных или воспалительных заболеваниях кожи, мягких тканей в области сочленения или подмышечной впадины, ранениях или открытых переломах.